Добрый день, друзья! Сегодня 1 мая 2021 года. Мы находимся в Оренбургской области, на поле, где в прошлом году был бассейн «Подсолнечник». Я вам хочу на примере этого поля показать, какие могут потери быть у комбайна и как прекрасно весной этот подсолнечник сходит. Посмотрите на эту ровную полоску. Это след от комбайна. И весь подсолнечник, потерянный в прошлом году, зашел. Поэтому хорошо настраивать комбайн, чтобы избежать таких потерь урожая. До скорых встреч. Будьте здоровы.